Привет, друзья, продолжаем играть, это GTA 5, у нас уже идет череда финальных миссий. Там осталось буквально 5-6 заданий, и сюжетная часть игры уже будет позади. Так, мы играем за Франклина сейчас в один момент. О, громкость потише, потому что диалоги и улица довольно тут живенько, все это слышно в наушниках. Погружаемся, как говорится, по полной программе. В конце этой серии у нас была шокирующая новость. Нам агент ФБР предложил убить Тревора. И мы либо согласимся, либо нет. Я так надеюсь, по крайней мере. Привет, красавица. Блять, одни рианы ходят, а? Что за дерьмица? Что там лежит? А, это просто так бликует. Я несколько дней не играл, сделал перерывчик, так что сейчас будем вспоминать, что делать. Так. Кстати, нет, не наш дом. Наш дом дальше. Вот. Но, что самое интересное, теперь я не могу зайти в гараж, например, тачку взять. Видите, он просто не открывается. Просто банально не открывается. А внутрь к тетушке нас тоже не пускают, мы туда тоже никак. Женщины не смогут сосредоточиться на своих диафрагмах. Какого хера, блядь? Ладно. Ладно, ребят, это нас особо не интересует. Нам важно, что нам важно сейчас. Давайте посмотрим задание. Не, все забыл уже. Так, задание. Давайте посмотрим, что есть по карте. По карте только за Майкла к Соломону. Соломон Ричардс, по-моему, так вроде бы его звали. И сейчас мы туда с вами направимся. Переключаемся за Майкл, посмотрим. Что там интересного? Так, наверное, как обычно, дома зависает. Хотя, зная Майкла, может быть, в принципе, где угодно. Так, ну это вроде бы похоже на дом, так более-менее. Угу, да-да-да. Чудесно! Давайте посмотрим что-то интересного. Угу. Вот. По телеку ничего интересного нету, срань, хрень всякая. Ну, вот такие вот дела. Поэтому давайте посмотрим, что делают наши любимые дети. I'm gonna miss this when you move out. Does that mean you're getting me a house? I'm not quite ready to go yet. But if I am going, I'm taking the maid and the credit card. Зачем тебе горничная? Черт, ты рукоблуд. О, боже. Так, он сидит, смотрите, это похоже на аналог Ютуба, который сейчас. Слева у нас колонки подписок, интересный канал, и справа видео, в центре само видео. Вверху топ Ютуба. Да, очень похоже. Так, ребят, можно их слушать, а можно не слушать. То есть умного, путного нам они ничего не скажут, мы идем переодеваться. Идем переодеваться, так как к Соломону я предпочитаю ездить более-менее... Наряд. Так, Дэйв. You made it. Good. I saved you again, Davey. Again. So what are you gonna do for me about Haynes, the rest of the FIB, the IAA, and everyone else, huh? History's written by the living, okay? We can pin most of it on Agent Sanchez. I get that story right and the agency and bureau will back off. The problem we need to deal with is Trevor. Trevor? Why? Try Merriweather, Chinese gangsters, general insanity, and so on. I can spin Steve that you're controllable, but not Trevor. Steve. He's our wounded hero right now. I gotta cozy up to him, calm him down. Just get me out. Так, ну что, ребят, значит, и Майклу поступило предложение убрать Тревора. Франклину, Майклу... Интересно, как они все хотят от него избавиться, это, конечно, жесть. Ну что, ребят, сейчас будем переодеваться, будем смотреть, что там будет далее. В гардеробе, конечно, много всего интересного, так что можно, в принципе, повыбирать, тем более я покупал разные шмотки. Так. Ну давайте вот так вот. В принципе, неплохо. Это, конечно, не для вечера, но тем не менее. Так, не на вечерний выход на улицу, да, кататься по районам. Так, поедем сейчас на киностудию, посмотрим, чего у нас там интересного. Так, машина. Есть у нас что-то в гараже нашем? Свет не просто так горит, да? Давай, открывайся! Ребят, в гараже у нас мышь повесилась, как и в холодильнике говорят, да?
Ничего нету. Хорошо. Ладно. Придется действовать кардинальным способом. Придется вот взять, например, вот эту малышку. Давайте возьмем. И поедем. Угу. По ходу дела наша машина, просто потому что мы ее разлочили. Мы воспользовались сигнальным брелком и смогли нормально сесть. Тачка наша, это нормально. Наша манюня. Так, поехали. Что-то все равно громко. Игра реально довольно громкая, поэтому можно просто-напросто оглохнуть. Так, значит, Соломон, да? У нас единственное задание, которое можно сделать. Я не знаю, правда, за Тревора. А, вот еще можно за Франклина вот тут попробовать. Ну, это, скорее всего, опять же, либо бег, либо прыжки с парашютом. Ну, что-то такого рода. Ну, в принципе, все. Второстепенные различные задания. Ну и основная сюжетная только есть у Майкла. Сейчас мы это дело поставим и поедем туда. Ехать, благо, в принципе, недалеко. Так что, я думаю, справимся довольно быстро. Пошел вон, ублюдок! Козлы, а? Видят же, что я еду, и все равно что-то пытаются как-то выехать, как-то подрезать. Вот натура-то человеческая. И мы приехали, нас должны пропустить. А я надеюсь, врезаться не придет. О, да ладно. Нас уже сюда как родных пускают. Это не может не радовать. Так, трейлер. Ой-ой-ой-ой, там какие-то проблемы, смотрите. Какого черта? Hey, you're a couple real badasses. Put a beat down on an old man. Yeah, we don't take that. We have a you deal okay? with them. Just about. Please, get those millennial ass wipes. Да ладно, без проблем. Сейчас ублюдков догоним на пидорской красной тачке. Поехали, ёпте. Where are you going, tough guys? Вы куда, да? Мальчики такие смелые, блядь, в пидорских футбол. Убейте робко. Хорошо. Куда мы поехали? Мне показалось, что тут сплошная стена. Нет, тут есть поворот. Это хорошо. Ой, ой, ой. Боже мой! Так, аккуратно. Давай. Музыка забавно играет. Всегда под каждую миссию играет своя уникальная какая-то мелодия. Это не может не радовать. Спасибо, Иван Папа. Вроде бы как тебя так звать, если я не ошибаюсь. То, что ты делаешь такие хорошие музыкальные сопровождалки. Сопровождалки. Падай, ебёныч, падай, сучка. Вопиди раз, сейчас я заберу. Блять! Гребаные столбы, кто поставил их тут? Такой жаркий момент, когда мне надо добраться до них. Поехали, поехали, поехали. Поехали. Ну, мы знаем, в принципе, куда они едут. А нам на радаре показано. Так что я думаю, все будет чики-пики. Падай, сука! Вот, ёпта. У нас скоро будут звезды. В смысле, коповские. Давай, давай, давай. О! Тачка остановилась. Кто из вас Рокки, ёпта? Падай, похуй, обоих убьем. Так, куда собрался? Падай, ёпта! Один готов. И второй тоже готов. Чудесно. Найс. Как вам понравилось, блядь? Вот это я понимаю его миссия. Так, у него бабло. Не кошерно деньгами разбрасываться. Давайте возьмем. Деньжата. Дырки подлатать. То, что доктор прописал. Shut the fuck up! Нахуй пошел, блять! Это не Франклин случайно было? Что-то похоже как-то. По фейсу вроде бы похож на Франклина был. Что-то он прокудахкал. Я не боюсь никого, так что нормально. Мы выполнили задание, вроде как надо было убить только Рокка, мы убили обоих. Ладно, не страшно, ребят. Звоним дядьке Соломону. I'm only a paraplegic, but you can't feel anything. You throw me softballs, rum runner. But, speaking of accidents, those guys had one. Oh, if only we'd met 20 years ago, Michael, maybe I wouldn't be in this mess. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain, I know, but could you come by the studio? Мог бы. Сейчас, подожди, старикашка, не перебивай, не говори, но студия где-то рядом, так что мы как раз катаемся. Like mm-hmm. Что ж ты мне хочешь показать, не? Отправиться в студию, да, видим. Right. Конечно, 500 метров. Поехали, посмотрим. Направляйтесь в кабинет Соломона.
что же он мне может показать? Даже не знаю, ребят. Я просто в предвкушении. Как я и говорил, благо ехать недалеко. Так что вот такие вот дела. Надо будет съездить посмотреть, здание ФБР подлатали или нет. А где-то в центре оно тут находится, насколько я знаю. Так, мы проехали. Мы проехали. А, киностудию. Открывай шарманку. Вот чудесно. Молодчик. А его офис... Мы уже были в его офисе, так что тут проблем никаких, я думаю, не возникнет. Пошли, поехали, побежали. У меня, правда, пара дырок. Ну, в смысле, не тех, что матушка природа нам дала, а в смысле тех, что мы заработали в перестрелке этой. Хотя в нас вроде бы как никто не стрелял в последнее время, но дырки у нас есть. Это просто феномен. Так, нет, не сюда. Дверушка соседняя, походу, ладно. Майкл, ну это же кусты. Блять. Майкл, это всего лишь кусты, Майкл. Жизнь тлен. Привет. Прости, пожалуйста, я завалил бачок. Какого хера ты бачок завалил? Так, что на... О, пришли. Come in. Come in. Come in. Thank you, thank you. Turns out maybe I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. Anyway, shut up and take a look at... That. Oh. Oh. Fucking A. Feels good, doesn't it? Feels like I've finally done something with my life. Actually done something. A movie. Welcome to show business. Nothing but make-believe will ever feel quite real again. All right, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Чудесно, ребятки, теперь мы есть в титрах, и это реально классно. I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Call me. Ух ты, а я раньше не замечал ночью особенно, что кузовщина-то от Range Rover. Так, Ламар Беде, да. Да, баллада рокка. Нам дали бронзу. Увы и ах, но это мы прошли на бронзу. Может быть, как-то можно было получше это сделать, но меня это сейчас мало волнует. Кузовщина таки да. Кузовщина, особенно отсюда, если смотреть. Не хватает только автоматических порогов и фар фирменных. Даже стиль надписи на капоте как раз соответствует Range Rover. Ну что, малышка, давай я тебя возьму, поедем дальше покорять Лос-Сантос. Поехали. Заданий нету. Иногда люди говорят, ну, заводись, пожалуйста, что встречаются в игре такие моменты, когда у вас просто нет заданий, вы не знаете, что делать. Нет заданий, значит, переключаемся за другого персонажа и смотрим, что у него. Например, у Тревора. Как дела у нашего бесшабашного ублюдка? Что он выкинет на этот раз? Потому что Дэйв позвонил, сказал, что надо его якобы избавиться. Он у нас слабое звено, он мешает, много проблем. И Франклину тот агент ФБР сказал то же самое. И я почему-то склоняюсь к не самому приятному финалу. Какого хера? Какого хера, блядь? Придурочный, что ты сделал? Кого-то выбросил. А мы только что выбросили какого-то бедолагу за борт. Чувак посмотрел на нас и понял, лучше бежать. Лучше бежать подальше. Да, вот... Всегда мне нравилось, когда мы переключаемся за Тревора, что-то происходит из ряда вон выходящее. Реально, какие-то небывалые казусы. И за это можно только его любить, как персонажа. А если у нас будет тяжелый выбор в конце, я все-таки постараюсь, чтобы все было хорошо, как бы хэппи-энд. А если тут такой возможен? Мы обязательно попробуем сделать. Так, эта тачка нам не нужна, давайте возьмем фирменную, да? Будем кататься на фирменном таком внедорожничке. Машинка закрыта. Пошел нах. Патриция, Патриша. Патриша. Тревор. My thoughts are with you. You see, Mark, is he treating you well? If you ever. You're a sweet boy, Trevor. A sweet man. Patricia, I really miss. I have to go.
Так, ребятки, у нас появилась заданица на карте, да, но это опять же к Соломону относится. А я, видимо, зря переключился за Тревора, потому что знаки вопроса возле буквок — это, опять же, второстепенные задания. Можно и не выполнять, как бы. По сюжету можно не выполнять, если цель стоит именно пройти основную линию сюжетную. Так, вот это у нас. Вот это можно выполнять вопросики, это как раз очень нужно. Так, да, у нас, оказывается, у Соломона есть еще задание, но это надо переключиться будет обратно за Майкл. Давайте вот сюда съездим. Мне всегда было интересно, я в одной из серий уже сюда съездил, только за другого персонажа. Оказывается, это надо было сделать за Тревора. И я предлагаю поехать посмотреть. Раз мы уже за него переключились, значит, надо глянуть, чего там. О, мойка, кстати, о мойке. В игре есть неплохая система мытья тачек, будем ее так называть. То есть нашу ласточку могут неплохо так отдраить. Надо, правда, карвош, вон. Воу-воу-воу-воу-воу, то, что доктор прописал. Давайте посмотрим, как заехать, с какого надо. Автомойка недоступна для этого гребаного транспортного средства, нельзя. Тогда что мы делаем? Мы выходим и берем соседнюю тачку. Давайте возьмем вот так. Не-не-не, Тревор, не надо. Что это сейчас было? Вот давайте возьмем вот эту красавицу, да, выбивай нахуй. Украл тачку, чтобы ее помыть. Fuck yeah! Типичный брейн, да. Украсть тачку, чтобы ее помыть. Нормально. Да, все, сигналка сразу. А, дерьма, кусок. Ладно, может мы ее помоем от копов уйдем таким образом, может... Мойте меня! Меня не хотят мыть. Ну, в принципе, тут можно зашкериться. Тут неплохое место. Да, черт возьми, копы, но это не страшно. Ждем, ребята, особо не кипишуем. Никуда не едем, у нас одна звезда, она потом пропадет. А нет. Можно по радару смотреть, что к нам приближается коп. Если он сейчас повернет где-то здесь, то у нас будут большие проблемы. Он к нам едет, он едет целенаправленно сюда, то есть он знает... Откуда украли тачку? Да. Да? Тихо. Звезда по-прежнему моргает, значит, они не видят нас. Вот в чем проблема. Они нас просто не видят. Но так как мы находимся в непосредственной близости от копов, естественно, пока ничего не пропадает. Вот, все. Теперь можно. Видите, как просто оказывается? Как просто можно от всего этого избавиться. О, автомойка 15 баксов. Давайте посмотрим, как это работает. А, мне всегда было интересно, я как-то мимо упускал этот момент, интересный такой. Вот, мы заезжаем. Нас обливается полная автоматика. Полностью автоматическая, никто нас ничего тут не трогает, не делает. Мы находимся внутри машины, если можно было бы, я хотел бы, конечно, посмотреть изнутри процесс глазами Тревора, но, как вы видите, не получается. Все, машинка чистая. За полный автоматизм мы с вами заплатили $15. А вот спереди, по-моему, плохо помыли, да? Смотрите, как мы блестим, а? Как будто только с салона ласточка наша. Правда, передок помят, но это не страшно. Все, ребят, гоним к черепухе и посмотрим, что это такое. Я немножко сомневаюсь, стоило ли мне ее мыть. Вот это вопрос, конечно. Так. Тихо. Тихонечко, без агро. Так, тут можно купить какой-то дом, я так понял, да? Дом, гараж, какую-нибудь недвижимость. What the fuck? Я предлагаю это дело приобрести, правда. Непонятно, что тут конкретно можно купить, я пока не вижу. Должна быть специальная такая... А, что там было написано? Купить гараж за 30 штук, давайте купим. Да. Подтверждаю. Теперь я стал владельцем счастливым вот этого гаража. В гараже будут сохраняться транспортные средства, купленные на веб-сайтах или оставленные в нем непосредственно. То есть можно получить особый транспорт. Да, выполняя второстепенные задания в GTA 5, вы можете заработать себе реально какую-нибудь уникальную тачку. Войти в гараж. Не надо. Не надо мне в гараж входить. Мы просто его купили, на всякий пожар. Нам просто некуда девать бабло, вот мы и тратим налево и направо. Только помыл тачку, вот дерьмо, кусок. Так.
О, можно кому-то помочь. Видите, когда радар начинает так мерцать, значит, появляется человечек, которому реально нужна помощь. Там обычно либо у девушки сумку украли, либо, мне кажется, кого-то могут избивать, и тоже помощь нужна. Хотите, помогайте, хотите, нет. Было бы хорошо, например, помочь какой-то девушке, и она бы дала нам свой номер телефона. Вот это я понимаю классно. То есть потом с ней можно было бы замутить, тоже, в принципе, неплохо. Так, мы приехали повторненько на это место, значит, надо только заехать у главного входа. Тихо. Так, давай. Ага, вот оно что, вот. Наконец-то я сюда приехал. Чисто интересно, Макдональдс Стрит. Забавно. Эй, эсэ, ке онда? Say, amigo. Where you from, Bato? It's none of your business, huh? Okay? Hey, it's a slight accent. Huh? Fuck you. Hey, so I grew up in Canada, huh? What's a big fucking deal? Huh? You fucking racist! And before you fucking ask, chill, Holmes, chill. No, I'm not a motherfucker. А, бойня. Все понятно. Бойня. У нас было уже задание бойня. 30 членов банды надо убить. А для этого дела мне идеально помогут гранаты. Давай, кидай, 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 кидай. Блин, беги, беги, сейчас ебанет. Беги быстрее. Ой, жесть какая. На, ёпта. Интересное задание, конечно, но в меру сложное, кстати. Бывают и проблемки. Так, это вы. Можно всех ублюдков просто закидать. Чудесно. В замедленном действии чувак летит просто бесподобно. Так, давай еще вот так вот и вот так вот. 30 человек. Постараемся. А семнашку уже, как говорится, оприходовали. Во-во-во-во-во. Приехали на чужой район, главное, да? Охренеть можно. Нам тоже кидают зажигательные смеси, поэтому, ребят, всегда надо быть на чеку. Такое дело. О, вот здесь можно кинуть гранатку, то, что надо делать. Не-не-не, не под ноги же себе, Тревор! Какого хуй? Так, вот сюда, давай-давай-давай. Мне нравится нажимать замедленное действие, когда происходит такой эпичный взрыв. Это всегда круто. Так, еще двое, да? У нас 25 секунд, и нам надо еще двоих. Тихо. Сейчас как бабахнет. Смотрим в замедленном действии. Ай, куда ж ты побежал, твою мать? Красиво. Ну, вы знаете, по-моему, в прошлых частях взрывы были поэпичнее. Я вам точно скажу. Мне такое чувство. Но здесь оно как-то более к реальной жизни, что ли. Это в кино нам показывают взрывы такие. Вот это взрыв! Тачка взорвалась, как пол атомного реактора. Все, мы прошли. Да, мазафака. Это была вторая бойня. А, все нормально. У нас парочка дырочек новых на теле. Как бы это вульгарно не звучало. И куча трупов. Я не знаю, как это вообще со стороны смотрится, но... Это пиздецки страшно. Значит, что мы сделаем? Мы перейдем все рамки, которые можно в этой игре преодолеть. Так, давайте зафоткаем вот этих ребят. Я, правда, не знаю, зачем мне. Но, так как знаю Тревора, может быть, на рабочий стол поставить. Давайте продолжим, да. Нет. Давай, тогда не будем заходить в Xbox Live. Нам это не надо. Так, что-то еще есть. В принципе, больше ничего интересного нету. Вот сейчас я покупаю эти машины. Нет, нахер мне ваши машины. Опять за Майкла переходим и едем повторно на киностудию. Вот такие вот дела. Пока что есть такие сюжетные задания. У нас на носу еще висит финальное ограбление. Последнее в этой игре. К нему тоже придется готовиться, я так думаю, довольно долго. Потому что оно последнее. Куш, который мы сорвем, тоже... Просто феноменален. Так, мы дома. Это радует. Может быть, в бассейне, нет? No, гребаная йога.
finding my center before I practice. Чтобы заняться йогой, нажмите «не». Я лучше поплаваю. Блин, вот дома бы такой бассейн, да? Вышел утречком вместо душа, поплавал в бассейне. Вообще найсово. И потом работается лучше. Нормально. А можно тут нырнуть и захлебнуться? Смерть такая бытовуха, да? Вот тут даже есть что-то типа джакузи. Нам это тоже пока не нужно. Можно поиграть в теннис, переодеться. Ну, много чего полезного. У нас даже гребаный фонтан дома есть. Каждый старпер мечтает о гребаном фонтане. Хорошо, что я газон посадил, это нормально. What the fuck? Все хорошо, Майкл. What the fuck, мазафака? Что там за шоколадка сидит? Давай возьмем твою тачку шоколадку. Йоу-йоу-йоу-йоу, чувак. Нах, пошел. Руль какой-то игрушечный. Я фака-фака. Не надо фака-факать мне тут. Поехали. Рианна! Прости, пожалуйста. Так, едем к Соломону, ребят. Едем, посмотрим, чем у нас порадует старикашка-то эдакий. Кстати, бойню можно пройти и дальше, я так понял. То есть, в другом районе города можно устроить бойню. Просто дополнительно. Теперь мы знаем точно, что это. Так, погнали. Погнали к старикашке. Город обалденный. Город, в котором реально хочется жить и что-то делать. Он живет. В отличие от серого, унылого города Liberty City, который мы видели в четвертой части. Тут хочется реально играть, развлекаться, отдыхать, веселиться, делать все, что душе угодно. Так. Сегодня забавный коммент прочитал в группе ВКонтакте, что кто-то якобы узнал, что я знаю подробности GTA 6. Хотя в ролике, если вы внимательно смотрели, я не подробности говорил, я говорил предположения, рассуждал на эту тему. Я никак не могу узнать, что там будет в GTA 6, просто мысли о великом. Просто, как говорится, мысли вслух. Что-то свое. Я думаю, что было бы классно какой-нибудь Майами, или может какой-нибудь снежный городок. Какая точка! Цвет детской неожиданности. Посмотрите, какие машины тут. Ебать меня лопатой, а? Вот это тачки. Блин, я просто обязан ее украсть. Я даже сейчас ее украду. Чё? Чё там она кряхтит? Там какая-то чика. Блин, какая машина! Слюнями можно и зайтись от радости. Почему-то они все стоят на инвалидных местах. Ну, практически все. Это машина, наверное, нашего старпера, который дает нам задание. Пошли. Ух ты, давайте посмотрим, что за девочки такие тут стоят. Привет, красавица. How are you doing? Oh, God, please. I was stuck in this horrible tourist traffic in morning. Фу. Так, я понял. Я просто спросил, как там твои дела, что делаешь, и она сразу же мне начала что-то втирать там. Good to see you, Slick. Deva, the hell are you doing here? It's over, Michael. You're doing good, kid. You kept this bullshit up long enough to help me trigger a fantastic insurance payout when the plug is pulled. I love you. You're like my spirit brother now. Where's Solomon? He's out getting the negatives, the film, whatever the fuck it is. The last dinosaur in town is about to get fossilized. What are you talking about? Look, the movie's nearly done, so if the plug's pulled now, the investors, meaning us, get a massive insurance payout. Meanwhile, I can use that to get the other major shareholder, the old bastard's idiot son, to agree to tear this relic down and let me redevelop the area for condos. In this economy, the city's gonna let me build tax-free. I might even get some rebates. It is a brilliant thing, and it is all thanks to you and Molly's eye for the details of the insurance policy. Michael, they're fucking us! The suits! And they don't even wear suits! Wolves in turds clothing! Try not to take it too badly, Mr. Richards. Were you ever a human being? Look, people used to like films, now they like what? Videoing themselves, beating off on their iFruit phones. Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But evolution is evolution. Gentlemen, Molly. Namaste. Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes. Can't we do something?
At least let me finish the picture, then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards. Майкл этого так не оставит, это точно. Ребята, это 100%. She is taking the only copy offshore, somewhere nice and discreet, analog. God, it's certainly got its complications. Майкл, can you do something? No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! Nobody fucks with my film! Я же сказал, что это выведет его из себя. Когда Майкл выходит из себя, это просто пиши пропал. Доберитесь до аэропорта и найдите Молли, пока они не смылись из Лос-Андеса. Поехали. Я сказал, что я украду эту лимонную красавицу. Я ее Лимонелла. Я ее буду называть Лимонеллой. Она будет только моей. Давай, открывай! Нахуй шлагбаумы! Он открыл ее, видишь, как раз, когда я уехал. Чудесно, ребят, поехали. Лимонелла, ты знаешь, что делать. Очень быстрое, очень ловкое и проворное бестие. Slow it down, Slick. You're not thinking. Hey, I'm a producer. I'm producing the goods. Don't do this, Slick. Think. She's got a police escort. She's on the way to my personal hangar. Security at the airport work for me. I just want to get the film back before she does anything rash. Molly's highly strung. She's not going to stop and talk it out with a deranged killer chasing after her. That ain't who I am. Today, look, I don't want to hurt anyone. I just want to get my move. Slow down and use your brain. Fun time is over. Так, ладно. Пытается всячески отговорить, да. Полицейский эскорт, я там успел прочитать, пока врезался. То есть приемчик будет очень пламенный, поэтому придется явно попотеть, чтобы что-то там сделать. Так, на арене этой мы были. Стыд или слава? Я думаю, все помнят замечательную миссию, очень запомнилось. Так, нам не сюда, что ли? Стоим, да? Сейчас развернемся. Сейчас развернемся и посмотрим, что у нас тут. Чет-чет! Все кричат, все агрятся. Нормально, Лимонелла, поехали. Все хорошо. Лимон. Лимонное бестие, да? Такой приятный цвет. Хотел сказать, что это цвет детской неожиданности, но... немножко не то. Похоже, но не то. Так, догоните Молли. Мы уже практически догнали ее. На такой красавице не догнать. Вон он на красной тачке. А, за ней как раз копы. Что удерживаете, чтобы включить камеру? Ага. Хорошо. А как не ехать-то, ёпта? И одновременно скайп... Блять. Вот это жопно. Хорошо. А, Молли уходит. Да я пытаюсь я. Куда же мне деваться-то? Вот мы вроде сюда идем. У-ху-ху! Да, мазафака. О, нихуя! Что это было? Какого хера? Кто-то... Ладно. Сделаем вид, что все нормально. У-ху-ху-ху-ху! Ни черта себе. Бля, ребят, это охуеннейшая миссия просто. А по кинематографичности она просто взрывает мозги. Блять! Я кого-то Что-то горит. Какого черта? Молли любит покататься. То есть у нее явно там пирожок бомбит. Пирожок бомбит. Ладно. Так. Ни хрена. Какого хера? Эпическая сила. Что происходит? Это как в Форсаже 6 практически, да? Ладно, едем. Хорошо, что я такую тачку взял. Довольно быструю. Вроде пока едет. Так. Это было жестко. Однако-то. Так, от копов мы отрываемся, да, я так понял? Угу, она идет налево. Сейчас мы тоже уйдем налево. Ангарчик. Блять, 3 звезды, ребят, это плохо. Это очень плохо. Он хочет меня убить! Он хочет меня убить! Да, я хочу тебя убить. Очень хочу тебя убить. Где ты, мать твою? Где ты, стерва?
Я горю желанием. Молли! Ёбни тебя, блин, поскорее. А убивать ее не надо, да? Хорошо, 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 понятно. Во-во-во-во. Мать моя женщина. Блять. Теперь можно сосиски из нее сделать. Фильмец. Понял. Уйдите от полиции. Падай, ёпта. Уйдите от полиции. На чем? На чем я, блядь, уйду? У меня нет тачек. Но есть вертушка. Поехали. Я просто свидетель, да. Я просто свидетель, о котором писали мемы, да? Поехали, 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 поехали! Твою мать, поехали! Взлетай, кусок дерьма! Взлетай, карагула старая, давай! И дрить меня в Анапу. Давай, 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 давай. Давай, 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 родной, давай. Поворот не туда. Лети. Кусок дерьма. Слушай, он летит. Привет, братишка. Как мы ловко, да? А чтобы избавиться от копов, я не знаю, мне придется как-то вот так вот полетать. Слушайте, охеренная миссия. Это очень крутая. Может быть, я ее не так красиво прошел, как надо, как рассчитывали Rockstar, но мне понравилось. Это классно было. Мясная, кровожадная. Плюс я потерял Лимонел. Я потом обязательно за ней вернусь. Уху! Да, мазафака! Мы просто короли этого гребаного мира. А парашюта-то нет у меня. Я не знаю, где это корыто посадить потом, блядь. Ну чё, всё? У меня дымится левый двигатель, если что, выпечку. Сильно высоко нельзя. Дело в том, что вот как-то так можно попробовать. Всё. Копов нет! Да, мазафака? Можно попробовать сесть, кстати, тут. Если я не взорвусь к чёртовой, блядь, матери. Сейчас будет самая смешная часть, наверное, этого видео, как Олежка будет пытаться сесть, блядь. Это сука, комедия, просто театр одного актера. Сейчас будем пытаться. Сейчас, давай, давай, давай. Тихо, блядь, пальма, пальма, пальма же, блядь. Это было очень печально. Это было очень печально. Но миссию я вроде выполнил. По идее, сначала начинать я не должен. По идее, по логике гребаной, я не должен начинать сначала это задание, потому что я же его выполнил. А с больнички, если я начну, мне просто придется поехать к Соломону и доложить о том, что пленка у нас уже. Да? Скажите, пожалуйста, все нормально? Ну, заберут у меня 1005, наверное, да? Угу, отлично. I loved you once, Tony, but there's nothing between us. Now that I know you prefer dictation. Really? We're doing this now? I just watched Devin Weston's legal counsel get juiced in a jet engine. Oh, that Molly woman? Oh, Lord, that's horrible. You have no idea. She panicked, went crazy, and ran into it. But I saved the print, so we still got our movie. You believe that analog thing? How it's all digital. Idiots in we one have day. Backups everywhere. No I mean, way. We're shooting on green screen. Well, you could have told me. Офигеть. Done, and we've got to get it out before they can screw us again. I've greenlit a premiere. That will stop them from burying us. A premiere? For Meltdown? Okay. Can you invite my family? They can finally have something to be proud of me for. Of course. It's already on its way by courier. All right. Shit. I'll get ready. It was an American divorce, by the way. The movie quote. Obviously. Мне показалось, или он выбросил телефон, нет? Вроде все нормально, ребят. Оказалось, у нас на лице шрамы появились, что ли. Джимми? Hey, Jim. Dad, why didn't you tell us about the premiere? Mom and Tracy are like freaking out trying to get ready for the red carpet. Oh, yeah, shit. Sorry. I should have given you more warning. It kind of crept up on me. Have you actually got a tux? No, I gotta pick one up at Ponsonby's. Hey, meet me there, we'll go together. Так, ну что, ребят, у нас премьера сейчас, и поэтому надо будет следовать прямо к нам домой. Переодеться, подготовиться. А прежде я должен украсть этот замечательный 911 Porsche. Сейчас мы его скоммуниздим. Давай, Майки. Ты знаешь, что делать. И на этой замечательной ноте грабежа этой чудесной тачки я с вами закончу. Серия подошла к концу. Увидимся совсем скоро. Пока-пока.